Всех приветствую, всех с Новым годом. Проверяем билеты русское лото, тираж 1369. Сейчас забьем номера билетов. Сейчас на паузу нажму, а то все смотрят. Так, вот забили первые вот типа номера 10 билетов. Давай проверить, посмотрим, сколько они выиграли. Есть что-нибудь. Так, крути. Не выиграл. 100 рублей, 100 рублей. 150. Все, ну, 350 рублей вообще выигрыш. Сейчас еще забьем, посмотрим. Так, забиваем еще 10 билетов. Номера. Вторая десятка. Сейчас посмотрим. Выиграли что-нибудь, нет. Так, вот еще 10 билетиков забили. Сейчас проверяем. Проверить. 450 рублей выиграли. 3 по 100, 1 150. Маловато. Сейчас еще забьем последние. Так, вводим еще последние 6 билетов номера. Всего 26 билетов было. Посмотрим, сколько выиграли с 26 билетов. Так, вот еще 6 билетов. Последний забили. Сейчас смотрим, проверить. 100 рублей всего. Итого выигрыш получился 450 и 350. Это 800 рублей. И 100 рублей. 900 рублей с 26 билетов. Билеты было потрачено. Ну, мне подарили их 26. 2600. А выигрыш составил 800 рублей. 900, да, сотка это. 900 рублей. Вот так вот. Играйте и выигрывайте в русское лото.